слушайте. День в большом городе. Привет! Это программа «День в большом городе». Наш первый сентябрьский выпуск. С вами Ксения Чудинова и... И я, Филипп Миронов. Это «День в большом городе». Мы все вернулись из отпусков, оба были в Европе. Я был в Париже и потом в Болгарии. Хотя говорят, что курица не птица Болгарии, не за границей. Я была во Франции, в Италии, собственно, в Париже, Риме и многих других городах, в том числе на Корсике. И первое, конечно, что бросается каждому человеку, который вернулся из отпуска, в глаза, это разница цен. Москва страшно дорогая. Причем не только в плане недвижимости, которую как бы мы не покупаем каждый день, но и в плане транспорта, ресторана, супермаркета, везде, куда мы заходим, чтобы отдать денег, мы даем их значительно больше, чем где бы то ни было на Западе. За исключением Лондона, наверное. Ну да. Но, тем не менее, на самом деле, как мне кажется, есть в этом еще и подвох. То есть мы, безусловно, говорим о том, что Москва дороже, но сами знаем тонну мест, где можем пойти и дешево прожить, правильно? У нас есть всегда выбор пойти с продуктами в Азбуку Вкуса или в универмаг Ёжик. Я думаю, что я бы смогла прожить, мне кажется, в Москве там на 100 рублей. На 1000 рублей. На 1000 цену в день. Ну окей, вот как бы мое предложение. Давай проверим этот миф, который как бы звучит, как является ли Москва дорогим и некомфортным в плане цен местом пребывания. И я попробую жить богатой жизнью. Как обычно. А ты попробуешь прожить на эту самую 1000 рублей. Ну, тогда давай ты попробуешь прожить самую богатую жизнь. Начнем с гостиницы. Да, конечно, жилье. Давай начнем с гостиницы. Это самая интересная тема. Хорошая гостиница, хорошая одежда. Предметы роскоши. Еда. Предметы роскоши. Или музей, галереи. Передвижение. А встретимся здесь через сутки? Давай. Отлично. Порука. Мы с Филиппом решили себе устроить эдакую мини-командировку. Начать с самой ночи нашу работу, заселиться в отеле, посмотреть, как все это устроено. По-моему, вот этот двор. Фух, страшновато. Это хостел? Класс. Страшновато. У нас ходит босиком. Очень интересно. Ну ладно. Здрасте. Привет. Привет. Как дела? Отлично. Сейчас я сниму свои ботинки. Ботинок тут так. Пристойно. Меня зовут Женя, как это? Меня зовут Ксюша. Я бы хотела заселиться. Есть местечко? Да, 100 рублей за самое дорогое местечко. Да. Сколько стоит у вас отель? 500 рублей. Отлично. 500 рублей. Вот мои скомканные. 500. Что мне нужно еще? И... Паспорт? Да, паспорт. Это наша комната. Вау. Кухня, где мы готовим. Ай. Кухня. Это же гости отдыхают вечером. Вау. Курят. Как-то меня кинуть на койку? Да, если можно. Хай. Наш стилист. Вау. Вообще внимание на вас идет. Велик. Круто. Я, пожалуй, сразу завалюсь. Хорошо. Осталось переодеть только пижаму и завалиться. Ну вот, а теперь я в пижаме. Сейчас точно спать, 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 пока никого нет. Надо быстро засыпать. Так, ну что ж, первый этап нашего эксперимента – это ночь в гостинице. Я выбрал Украину, которая сейчас называется Radisson Royal. Реконструкция закончилась только в 2009 году. А сейчас здесь прям роскошно. Такой имперский советский стиль, оставили все исторические мозаики и декор. Я думаю, что
есть, кажется, конечно, должны ловить искренний кайф от такого количества деталей сталинского искусства в таком шикарном интерьере. Единственный минус, конечно, житья в такой большой гостинице, а Украина – это самая большая пятизвездочная гостиница. Здесь вообще 500 номеров, а было в советское время 1000. Вот, в том, что нужно энное количество пройти этажей и коридоров, чтобы добраться до собственного номера. У меня, кажется, 400-й номер. Он находится подальше от лифта, чем все остальные, поэтому сюда заселяют в последнюю очередь гостей. Значит, это посольский сьют или люкс. Насколько я понимаю, он стоит порядка 30 тысяч рублей за ночь. Это не самое дорогое, естественно, что есть в новой Украине. Так, надо здесь традиционно положить ключик в электрический приемник, и тогда зажжется свет. Вау. Что мы здесь видим? Вообще такой довольно ракальный интерьер. Здесь хорошо жить девицам на выданье, богатым, обладающим $1000 для того, чтобы провести ночь. Мраморный столик. Так, это мини-бар. Матрешка, естественно. Наверное, вкусная. Есть, что здесь у нас есть? Olive Nut Mix. Есть немножечко Каберне Савиньон. Возьму-ка я его с собой на утро. Так, вот с утра можно будет попить еще кофе. Какая-то Бразилия с кофейными капсулами. Малинари. Что еще здесь в плане достоинств? А, собственно, историческое название Radisson Royal Украина. И здесь порядка 1000 различных художественных произведений, которые были сделаны в 50-е годы специально для этих интерьеров. Это что-то похожее на Сарьяна. Коридор. Еще одно зеркало. Так, вот это ваш жилет. Экскурсовод сегодняшний. Самый дорогой номер называется президентским, который находится в Украине. Стоит он 500 000 рублей за ночь. Говорят, что постоянно занят, перманентно просто занят, у него стоит очередь. Это моя спальня. Ну, что делают обычно люди, когда кладут свои чемоданы, заселившись в фешенебельную пятизвездочную гостиницу? По-моему, включают телевизор и плюхаются на кровать. У меня сейчас будет номер, похожий на прыжки через перекладину. Потому что эта кровать, конечно, требует определенных усилий, чтобы на нее забраться. Полетели. Так, ну что ж, я сейчас попробую всем этим великолепием, которые меня окружают в кровати гостиницы Royal Radisson, накрыться. Выключить спет и выспаться перед завтрашним днем в большом городе. Спокойной ночи. Доброе утро. Доброе утро. Мы пришли за Чудиновой, она здесь же? Да, она в шестой комнате, только, пожалуйста, потише, потому что у нас еще люди спят. Потихоньку. Команда дня в большом городе пришла за Ксюшей Чудиновой, которая ушла в самоволку ночевать в хостеле. Для того, чтобы доказать Филе, что есть какие-то бюджетные варианты жилища в Москве, если ты приехал. Не очень удобно входить в чужую комнату, где спят еще люди. Ксюша, нам пора уже ехать, а ты спала. Как ты спала здесь? Возьми, пожалуйста, петличку и расскажи мне все. Черный кран. Спала классно. Ладно. Три туалета. Шкафчики, полотенца. Здесь сейчас я буду чиститься. Вот, нет. В общем, за исключением скандалов и криков матом с соседями, все это, конечно, сейчас мне напоминает программу «Дом-2». Раз уже 10, мои родители по соседям будут вставать. Тогда я вас сейчас выгоню, а сама переоденусь. И тебя тоже я выгоню.
кря. 9:25. Так. Я начинаю свой дорогой день в большом городе. Жалко, что спал один. С подушкой, с коровками. Пойду умоюсь. Не знаю, насколько интересно наблюдать за человеком, который чистит зубы, если ты с ним не живешь всю эту жизнь. Интересно, что когда гостиницу построили, она не называлась еще Украиной. Называлась просто гостиничным комплексом в Драгомилово. И Украиной ее назвали в честь родины Хрущева. Так, прекрасно. Вежвудский фарфор, made in China. Это капсульная кофеварка. Не Неспрессо, некая Бразилия. Так, ну я не умею этим пользоваться вообще. Я привык к гейзерной кофеварке Боголетти, поэтому пойду переоденусь и спущусь на местный завтрак.